Добро пожаловать, леди и джентльмены, в самый линейный коридорный шутер 20 века, там... Я не знаю. О, то, что мне надо. Монолитовцы, вы вообще шарите? Вот вообще, вот они пришли и принесли мне все, что мне было нужно. Я могу немного потратить больше времени и поразряжать автоматы, но в этом нет необходимости, когда у меня... О, у меня только 500. У меня было только что 900 патронов. Такой, как бы, контраст. Я вчера играл в NLS-7, и там 20 патронов. Это уже, как бы, лучший расклад. Так, где... О, прикольно. Как они сюда попали? Я не знаю, мне все равно. Куда деваются автоматы? Ага. Мне кажется, один из них еще тут ходит где-то. Он же все-таки... Ну, кто-то один смог пробежать. А, нет, все правильно. Он выбежал сюда, потом побежал туда. О! А это что? Вот единственный, как бы, такой странность, это то, что тут нету артефактов, которые восстанавливают выносливость. А я отсюда пришел, похоже, да. Сейчас туда... Неспешным темпом пройдусь до мостика, прыгну эффектно, потому что это было в трейлере к игре. И это триггернет какую-то катсцену очередную, потом что-то произойдет. Ой, я перегружен, точно. Причем непонятно чем. Вот этими, наверное. Я даже не смотрю, сколько у меня чего. Ага, 77. Все-таки я что-то лишнее подобрал случайно. Столько глушителей мне все-таки не надо. Вот эти тоже не особо надо. И... Колбасы, кстати, самые тяжелые. Реально. Хлеб только 0,3, а этот 0,5. Все, да, это все колбасы. А, вот, вот это было в трейлере, да. Так именно бежит, эффектно так прыгает, так отстреливается такой от всех. Ты шо, ты шо? Экшн. Ух ты, тут такое все знаешь. Такое все. Такое. Ты шо? Ой, наверху шо? Или мне вниз, или вверх, или... Я схожу вниз, мне кажется, тут что-то есть. А, нет, вниз это основной путь. Да, я тогда вверх пойду. Уже враги, уже спавнятся. Ты посмотри на них. Как интересно. О, да, все-таки мне надо было наверх. Потому что тут лучше. Тут лучше, чем внизу, я считаю. Я тут буду жить. Не-не-не. Ой, музыка такая прям, знаешь, как «Властелин колец». Во второй части там. Пулеметчик, да? Окей. Жалко аптечку, конечно, тратить, ну ладно. Ух ты, тут есть враги. Фак, он успел кинуть. Щет, еще один кидает. Ты посмотри. Я держусь, да, мне тут интересно вдруг стало. Наконец-то игра стала более-менее прикольной. Да давай уже сделай что-нибудь, попади. Все? Да. Ну я тоже тебя вижу, но мы друг до друга не достаем отсюда, к сожалению. Все? Да. Прыгают. Ой, а сколько я тут должен продержаться, кстати? Полминуты, класс. Вы думаете, я здесь не продержусь и полминуты? Ой, у меня этот кусок диалога воспроизвелся уже в тот момент, когда было поздно. Тут просто не очень располагает сама местность к тому, чтобы отстреливаться, потому что не зачем прятаться. Я не пойму, как разработчики подразумевают, что я буду этот момент проходить. То есть с той стороны пулемет, да? С этой стороны... А, ну если я вот тут сяду, например, да, и буду тут сидеть и отстреливаться от всех.
Ага, надо триггернуть сначала, надо выбежать. Потом такой, ой, ты посмотри, как страшно. И сверху сразу, и со всех сторон враги начали появляться. Ясно. Да умри уже! Я умер, ура, наконец-то! В этой игре возможно умереть. Сказал я, умерев два раза в этой игре. Подряд. На одном и том же месте. Ладно, я, конечно... I am being arrogant. That's what it is. I'm gonna use English just because... You know, reasons. А если я вот так пойду? Игра подразумевает, что я могу тут быть вообще. Да, кстати. Можете идти ко мне на помощь, кстати, если кто желает. Никто не желает. Держись, мы идем на помощь. Спасибо. Что бы я без вас делал? Да умри! Есть. Там вот еще один, или это фонарь там горит вот это на втором этаже, я не пойму, как будто кто-то сидит за этим. Ой, наши что ли? Они их сейчас там перестреляют, они же слабачки, они же ничего не умеют. Фак! Откуда он стреляет? А, ну да, отлично. Ой, не-не-не, я без гранаты, наверное. Я так забыл этот момент, прикольно. Как же ж там можно выжить? Тут просто совершенно нет не препятствия, а наоборот. Незачем прятаться, короче. Нет. Не словлю. Я уронил твой гостинчик. Да умри же! Как он успел кинуть, если он уже умирал в это время? Блин! Прямо экшен! Наконец-то хоть будет куда эти аптечки применить. Все, я сохраняюсь. Нашел время. Молодец, мужик. Да мне от вашей поддержки, знаешь, уже как-то не совсем вовремя, скажем так. Уруем нахрен. Да не-не-не, без гранат. Как я завалю проход? Вау, что-то произошло. О, это наши, блин, что я такой дурак? Все, я умру лучше, да. Я, блин, мне, ну, как бы, когда я... Приучен был этими полуминутами отстреливаться от всего, что движется. Трудно различать, кто там в той форме, кто не в той. Молодец, мужик, продержался. Сейчас мы их уроем. Да, урой. Заваливайте проходы, чтобы они не могли... Так, значит, сейчас будет три заходить с этой стороны. Надо тогда кинуть туда гранату сейчас. Все, да. Я знаю, что я буду делать. Сейчас просто пройду игру сейчас. Так берешь и кидаешь. И... Видишь, помогло. А, нет, оно даже не ранило того, который меня застрелил. Класс.
Тогда, значит, это с другой стороны на меня напал. Сейчас надо сразу отбежать, прицелиться направо и... Молодец, мужик, продержался. Сейчас мы их уроем. Заваливайте проходы, чтобы они не смогли подтянуть подкрепление. Кто один? Проход или враг? Не, я серьезно спрашиваю. Потому что они такими темпами их убивают, что может они про врагов просто говорят. А, они надо мной. Какие подходы? О чем они говорят? Это... Снеси пулеметную точку внизу. Ничего не понимаю. Какие-то взрывы, что-то происходит. А, я думал, оно... Блин, не стреляйте по мне. Я в каком-то невыгодном положении. Ага, вон, там снайпер. Это плохой снайпер? Да, это плохой снайпер. Красиво. Вход в катакомбы. Основной отряд на подходе. Принято, выполняем. Что? Я не слушаю приказов никогда. А ты спускайся в катакомбы. Фак, я хотел пособирать у них патрон. А кто тут сидел? О, спасибо, спасибо. Ладно, пошел в катакомбы. Так прямо вот, вот знаешь, вот гонят прям в шею. Окей. Странная игра, конечно. Не такой темп вообще. Я не. Все. О, уже да, уже все, последний уровень. Интересно. Просталкер. Рад видеть тебя, наемник. Да. Случилось теоретически невозможное. Мы все же пробились в самый центр зоны сердца. Во многом это твоя заслуга. Мне нравится, что. Петренко, они сразу посреди саркофага оказались. Они подходили к мосту, там вот только. Так, сейчас надо, по-моему, с голосовки стрелять по стрелку, на котором аномалия, да. Есть визуальный контакт со стрелком. Наемник, поднимись на теплотрассу и перехвати стрелка. Мы прикроем снизу. О, голосовка. Я не могу ходить, а. А, ну да. Далее главное ФТ какой-то. Да уж, вовремя. Хорошо, но мне для этого надо ходить уметь. Если бы без предупреждения меня не перегружали. Фак. О, я могу ходить, хорошо. Прогресс. Голосовку же мне сделай. Так. По стрелку, окей, вот так берешь и стреляешь. Оп. Как бы. Оп. Не факт, что я попадаю. Хотя нет, сняло ХП чуть-чуть. Вот это стрелок, прикинь. Я в этой игре не играю замеченного, а стреляю помеченным. И все, вот так можно, вот это весь уровень. Так можно сидеть и стрелять, и все. Он собирается что-нибудь делать, интересно. Там дальше идти или... Фак, кто? Почему? Не надо. Неинтересный уровень. Сидишь и стреляешь по стрелку из голосовки. В принципе, в оригинале то же самое было, но там оно... Там хоть надо было идти куда-то еще. Не, это было глупо. Ага, там снизу враги, похоже.
Так, давай-ка в портальчик зайдем. Тут хоть по обычным врагам надо пострелять, да? Или это наше? Нет, это не наше. Оу, фак, как он так далеко докинул? Ничего себе, класс. О, мне сразу нравится, когда не только по стрелку надо стрелять, а еще что-то делать. Вот это мне подходит. А то, когда вот эти слишком такие миссии urgent, оно не так интересно. Меченый, куда ты полез? Почему ты там? Класс, я могу сейчас вот так пройти игру из-за того, что игра заглючила и провалила Меченого сквозь текстуру, и он стоит теперь там, где он не должен стоять. Все, все работает, все получается. Интересный уровень. Не потратили потенциал ЧАЭС, конечно, совсем. Так я не хочу просто совсем скипывать этот уровень. Я оставлю немного на будущее. Сейчас я сохранюсь, загружусь и буду надеяться, что он восстановится, он на мосту появится, потому что я не хочу, чтобы игра так и заканчивалась неинтересно. Класс. Ну, тогда хотя бы пойти там это, в порталы позаходить, там притвориться, что... Что этот уровень интересный. Фак, граната, граната. Я же еще и перегружен сейчас. А если я? Фак. Они тут сильные. Вдруг. Да давай. Оружие не достается. Блин. Сразу соблазн так взять и сделать этот последний выстрел по стрелку, и чтобы катсценка запустилась, и игра пройдена была. О, классно. Стоит того. Блин, это не сталкер, я негодую. Мне эта часть всегда так вообще. Единственный ее плюс это в том, что... О! А, нет, они не установили. В том, что она как бы introduced вот эту карту с... Ух ты, там так много врагов внизу. Тоже бессмертные, да? Да, класс. Люблю игры, в которых все враги бессмертные, и ты должен делать одну вещь, и больше ничего. Ладно, попробую поперестрелять этих монолитовцев. Давай без гостинчика как-нибудь. Фак! Они неплохо стреляют. Откуда граната, интересно? Что мне не нравится, так это моя перегруженность. Блин. Он уже кинул ее. Класс. Так, я хорошо иду. Па, кто? Он как будто с другой стороны стрелял. Хватит. Вот это, знаешь, почти сталкер. Ну, последний уровень сталкера, он почти так проходится обычно.
Да fuck you! Блин, я их почти всех перестрелял, хотел сохраниться еще, но не стал. Надо сейчас сделать перед прыжком в портал один сейв, чтобы я мог совсем по-читерски пройти, а так... А может они не позволят, может там надо еще как-то... Да без гранаты, блин. Раз, два. Погнали. Есть. А, не надо. Кидай. У него обычная граната даже, ха. Не классная, не которая 40 метров, а которая вообще РГД. Да фак, как они такие сильные? Я, конечно, понимаю, что у меня комбинезончик самый слабенький, который с кордона еще. Странно, я почему-то в этой игре никогда не стремлюсь какое-то самое все лучшее набирать там. Тут как-то не до этого. Постоянно, блин, сюжет тебя гонит вперед, и ты ничего не можешь сделать, блин. Бои снайперов прям. А, вовремя. Интересно. Еее, это был дроу, по-моему. Не. Не могу сказать, что мне это все особо весело. Я уже хочу, наверное, может даже взять и... О, кстати. Я ж могу вообще сейчас ничего не делать, сидеть и выкладывать вещи. Снайперка уже не пригодится. АК пусть будет. Вот этот тоже не надо так много патронов. Поесть можно. И... Антирады просто вот так, чтобы не тратились. Гранат столько, ты шо? Прикинь, если бы они взрывались, когда выпадают. Это все равно самое последнее задание, самое, ну, как бы, последняя секунда игры, так что тут уже вообще все равно. Все, можно бежать. Теперь я хотя бы не буду... Нет, не получилось у него граната меня. Ух ты, как интересно, откуда он в меня попал. Ты шо? Достойный противник, что я могу сказать? Я в него не попадал. Он должен быть еще там. Оу, фак, еще враги. Блин, это кто? Как он туда попал? Откуда? А, ну ладно. Это так логично. Как они вообще могли туда попасть?
если бы это был не сталкер, я был бы не против всего этого, что враги просто из воздуха появляются, там вот это все и бред всякий, никого нельзя убить и так далее, но это сталкер. И, ну... Значит, сначала убиваем того. Где он? Ух ты, их тут два. Да. Я, короче, сейчас пройду игру с АКМом. Он кинул. Фак! Так, комично упал. Да, АКМ лучше тем, что не надо постоянно выше стрелять, и пуля моментально летит, но поскольку они в экзоскелетах, то оно не так. Даже не знаю, как быть. Ой, там тоже, блин. Сейчас граната полетит. Я отказываюсь получать гранату от тебя. О! А сейчас появятся еще... Как бы да, появится, но смогут ли они что-то сделать? Есть. Нету. Вон он. Ах, класс. Вот это сталкер, в принципе. Нашел время перегружаться. Зачем мне столько гранат? Что я такой жадистый? Интересно, он так и не выкинул ее. Мне нравится состояние моей брони при этом. Сейчас как начнется. Ой, надо было сохраниться. Что ж я так? Ну так что ж ты? Да я не хочу бить по стрелку, я не хочу, чтобы игра заканчивалась. Мне интересно, из чего еще состоит этот уровень. Все, я на вышке. Ой, 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 куча врагов, да? И сразу гранаты. Ты что такое все знаешь? Эпик. Класс. Прям нос в нос встретились. А может по стрелку надо стрельнуть реально? Не знаю. Какой-то уровень слабенький. Сейчас ударю, вон он стоит. Не, я понял, что мне не интересно, что там дальше. Значит так, все защиты. В общем, осталось только ждать.
повышается. Черт, совсем не то, чего я ожидал. Уровень устойчивости просто шпалевый. Ерунда какая-то. Зона должна была успокоиться. Что происходит? Голова! Голова раскалывается! И самое непонятное вообще катсцена во всем в Сталкере. Я никогда не мог понять, что это, во-первых. Ну вот, меченый лежит, хорошо, и шо? Это типа, ну, он стрелок, понятно, но... Как его могли взять... А... Класс. И это каким-то образом приквел к теням Чернобыля, если он вообще ничего не объясняет. Тут, вот, то ли им стирают память, то ли им там, ну, зомбируют там. Ну, как они могли, зная, что это был стрелок, который бежал к ним? Они что, вообще как, ну, там, настолько ноосферные там инопланетяне, что они не видят, что это стрелок, которого надо убить? Как они могли по ошибке его начать зомбировать, чтобы он тоже шел убивать стрелка? Оно ничего не объясняет, как бы. Но зато хотя бы тут прикольная песня играет из оригинала. Ну вот, я прошел чистое небо. Ей, класс, ура. Я недоволен, честно говоря. Не, я доволен, но я недоволен. Но при этом, ну ты понял, короче. Глючная игра и линейная слишком. И вообще, самая неудачная серия, игра серии. Зов Припяти мне больше чуть-чуть нравится. Но не, так что тут. Все, я выключаю. Мне нечего добавить. Я хотел что-то типа обзора сделать на эту игру некоторое время, а потом перехотел.